Девчонки, всем огромный привет! Сегодня у нас будет видео о крутых покупках с AliExpress. Я недавно в Instagram спросила, какое видео вы хотите видеть следующим. Винтажный шопинг или AliExpress? Была уверена, что все выберут винтажный шопинг, но нет. AliExpress победил, поэтому сегодня снимаю AliExpress. Винтажный шопинг тоже обязательно будет, скорее всего, следующим. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, если вы все еще это не сделали. Впереди очень много всего интересного. И, кстати, про AliExpress скоро будет вторая часть, потому что у меня реально много классных покупок накопилось. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце видео вас ждет просто бомбезный конкурс, главным призом в котором будут беспроводные наушники AirPods. Первое, что я хочу вам показать, скорее всего, вы это уже заметили. Телефон, который стоит на фоне. Это просто чумовой телефон в ретро-стиле, еще и в розовом цвете. Я на самом деле очень долго искала что-то подобное. И да, это настоящий телефон, то есть по нему можно звонить, но так как мы с мужем не пользуемся стационарным телефоном, у нас этот телефон в качестве элемента декора. Мне кажется, просто это только мне могло прийти в голову, купить телефон для украшения интерьера. Но в любом случае теперь он будет украшением на фоне моих видео и будет служить атрибутом для всяких там крутых фоточек и так далее. Не так давно я говорила, что жду очень классную соломенную сумку с AliExpress. И когда она промелькнула в одном из моих последних видео, очень многие догадались, что это именно она. Пришла немного меньше, чем я ожидала, но это, как обычно, мой косяк. Я никогда не смотрю почему-то параметры, которые как бы для меня указаны черным по белому. Но зачем их, да, их смотреть? Я ожидала, что это будет большая соломенная сумка-шоппер. Это оказалась такая вот малютка. Но на самом деле, возможно, оно и к лучшему. Кстати, с этой сумкой пришел в комплекте такой платочек белый в черный горошек. И это очень забавно, потому что у меня есть очень похожий. И как раз именно с ним я планировала носить эту сумку. То есть у нас вот так совпали мнения с продавцом. Следующая покупка немного странная. Это вот такие очки сварщика, или как я их называю, очки стиле гаечки с Chip & Dale. На самом деле я искала эти очки, вы не поверите, вот, ребят, лет 10. То есть я их хотела где-то со школы. У меня просто была какая-то навязчивая идея найти такие очки, носить их в качестве ободка. И месяца, наверное, 3 назад я чисто случайно увидела их на AliExpress. Это не 100% то, что я искала, но я подумала, что грех не заказать, знаете, вот то чувство, когда ты искал что-то очень-очень долго, спустя огромное количество времени ты это нашел, и тебе вроде бы это уже не так уж и нужно, но все равно, я думаю, вы меня понимаете. Вы могли видеть эти очки на мне во влоге из Диснейленда. Кстати, если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. Влог получился очень таким красочным, атмосферным. И мне кажется, что эти очки, они просто туда бомбезно вписались. Я отличалась от других девчонок, которые были все в этих ободках Микки Маусах. Да, это не прям такая носибельная вещь, то есть это для как раз таки каких-то мероприятий, косплеев или же для людей, которые вот просто любят такие необычные аксессуары, немного ироничные. Посмотрите, какой классный свитшот, тоже с AliExpress, знаете, что-то в стиле 90-х. Мне кажется, что в последнее время большая часть вещей, которые я вам показываю, это либо что-то в стиле 90-х, либо что-то вот в каком-то винтажном ретро-стиле. Меня просто с головой захлестнула вся эта тема, и поэтому мне кажется, что уже просто не нужно говорить, что вещь в винтажном стиле, это уже как само собой разумеющееся. Мне очень нравится вот это сочетание грязно-голубого и бордового, вот такого темно-темно-красного. И вот эта надпись, которая переводится как «очаровательный», выполненный в таком хип-хоп стиле, тоже так немного иронично смотрится. Я люблю такие вещи. Следующая покупка — это вот такие серьги, которые вы опять же могли видеть на мне в одном из моих последних видео. А такие как будто помятые золотые пластинки. Я не знаю, мне кажется, они особенно круто будут смотреться в сочетании с платком, повязанным на хвост. Это, знаете, будет прям так в стиле европейских блогеров. Вообще, я больше всего с AliExpress люблю заказывать именно такие вещицы, потому что они стоят копейки, и при этом они очень круто разбавляют образ, и мне кажется, они как бы при этом не кричат, что их купили на китайском сайте. И если говорить про цены, то я, как обычно, настоятельно вам рекомендую не забывать пользоваться кэшбэком Letty Shops, чтобы возвращать часть своих денег после покупки себе на карту или же на телефон. И также вы можете пользоваться их расширением, чтобы отслеживать динамику цен и рейтинг продавца, потому что аналогичных товаров на Али просто масса, и так вы сможете выбрать максимально выгодные условия покупки для себя. И последняя покупка на сегодня — это вот такой просто бомбезный ремень. На самом деле, я опять же его очень долго искала. Я как-то увидела такой ремень где-то на фотографии, и у меня почему-то засела в голове мысль, что он обязательно должен быть на Али... Так,
Ну, пух. Стресс, это, знаете, вот мысли блогера. Я постоянно ищу какие-то дешевые, при этом трендовые, крутые вещи на Алиэкспресс, чтобы показывать вам видео. Я знаю, что такие видео для вас полезны. Вы часто пишете мне благодарности. Я знаю, что вы пользуетесь моими наводками. И мне почему-то очень хотелось найти этот ремень. Я это сделала. Мне кажется, он прям так стильно, лаконично смотрится. Он будет круто смотреться как с какой-то официальной одеждой, то есть поверх блейзера, с какими-то блузками, брюками, так и поверх объемных свитеров с простыми футболками и джинсами. И, кстати, там было много расцветок, но должна предупредить, что возможен пересорт по цвету, потому что, насколько я помню, я заказывала темно-коричневый ремень, мне пришел чисто черный. Ну а теперь мы переходим к конкурсу, который мы запускаем совместно с ребятами из Letty Shops. Им исполняется 4 года. В честь своего дня рождения они решили подарить вам подарки. И, как я уже сказала, главным призом будут очень популярные сейчас крутые беспроводные наушники AirPods. Я думаю, все о них знают. Идеальный вариант для активного отдыха, для занятий спортом, для путешествий. Что очень важно, они совместимы как с Apple, так и с Android. Поэтому обязательно участвуйте. И у нас будет еще, скажем так, два утешительных приза. Первый — это проектор, выполненный в стиле Polaroid для телефона. То есть вы туда ставите свой телефон, направляете изображение на светлую стену, и он увеличивает это изображение где-то 8 раз. И второй утешительный приз — это фотоаппарат для подводной съемки. Все призы я уже заказала, и когда они придут, я обязательно засниму распаковку. То есть конкурс у нас будет, как и в прошлый раз, в два этапа. Сейчас вы уже можете начинать участвовать. В следующем видео я покажу вам распаковку, и мы наберем еще участников. И потом уже отдельным видео я выложу результаты конкурса. Условия конкурса следующие. Нужно быть подписанным на мой канал, если вы вдруг все еще это не сделали. Нужно зарегистрироваться на Letty Shops и установить их расширение. Опять же, если вы все еще это не сделали, я очень рекомендую вам это сделать, потому что, во-первых, это реально полезное расширение. Во-вторых, вы так сможете участвовать в конкурсах, которых, я уверена, будет еще не один совместно с этими ребятами. И третье условие – это заполнить краткую форму участника. Все необходимые ссылки будут внизу под видео. Я желаю вам всем удачи, благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. И всем пока!